Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. 11-я часть вязания пледа лабиринт, 10-й блок, завершающий. И напоминаю, если вы пропустили какой-нибудь из блоков, если у вас не все порядковые номера, заходите на наш канал, смотрите в свободном доступе, провязывание каждого блока найдете на нашем канале. Чтобы не потерять вязание, подпишитесь на наш канал. Нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Плед замечательный, надеюсь, он понравится и вам, и вашим знакомым. Итак, 10-й блок представляет из себя две чисто белых части. Итого мы 13 элементов по 16 рядов провязываем белым цветом. 208 рядов белым. Две чисто белые части, абсолютно одинаковые. По длине, совпадающие со всеми остальными частями. Две белых полосы завершающих. Блоки завершены, вязание блоков закончено. И в следующей части мы начнем с вами уже сборку пледа лабиринт. Не пропустите!